Всем привет! Сегодня будем делать упражнение 5.1.9. Это очень простое упражнение, мы с вами сейчас быстро его сделаем. Оно простое тем, что у нас все команды здесь уже указаны, нам нужно будет просто попробовать их ввести и посмотреть, что из этого получится. Давайте приступим. Смотрим. Нам нужно настроить именной стандарт ACL. Access. Давайте начнем. Так, открываем первое устройство, это у нас R1. Готово. Здесь нам нужно ввести команду enable iconft, чтобы мы могли что-то настраивать. И команда ip access list standard. И далее указываем файл server restriction. Готово. Далее нам нужно настроить разрешенные хосты. Слово хост в данном случае заменяет маску подсети. Permit. Permit. И дальше deny все остальные. Готово. Давайте теперь введем команду show access list, как нас просят. Я буду ее вводить через do, чтобы не выходить в предыдущий режим. И мы видим, что 10 разрешенных хостов, 20 тоже и 30 запрещенных. Да, двигаемся дальше. Теперь нужно настроить named SSL. Для этого открываем также наш R1. IP access group file server restrictions out. Это нужно вводить в режиме конфигурации. Вот так. Давайте посмотрим, что не так. Нам нужно это настраивать в интерфейсе. Я об этом забыла. Ничего. Int f01. Paste. Готово. То есть мы настроили на интерфейс фаз Ethernet 0.1 access-группу для file server restrictions на выход. Таким образом, мы настроили наш named ACL. Далее нам нужно будет проверить. Для этого есть команда, опять-таки, show access lists, которую мы вводим, опять-таки, через do. Окей. Также можно использовать команды show run, do show run. Вот вы можете видеть наши настройки, а также show IP интерфейс и фаза Ethernet 0.1. Вот, кстати, да, вот на нашем интерфейсе фаза Ethernet 0.1 это тоже настроено. И do show IP интерфейс фазы Ethernet 0.1. И тоже можете видеть outdooring access list из file server restriction. А inbound, например, не настроен. Окей, таким образом мы все настроили и перепроверили. А думаю, на этом все. Всем пока.